Ну что, ребятки, порисуем очередной раз, очередной эфир с осенними зимними декорациями. Вдохновение просто осенью. Вот у меня, например, осень — это весна. У меня осенью гораздо больше почему-то идей. Осенью у меня больше энергии. Вообще я очень плохо переношу жару. Вообще лето я даже не беру. Вот у меня осень — это время вдохновения. Осенью прут почему-то идеи. Осенью хочется рисовать. Вот я опять занялась рисунком. Осенью хочется гулять. Ну, то есть у меня это какой-то вот такой период, практически как осень. Принято считать, что весна — это такой период рассвета, когда все расцветает и энергия просыпается. У меня это осень. Я весной начинаю уже к лету готовиться, мне чуть-чуть прибивает. Вот, я уже проводила несколько эфиров на тему осенних декораций, дизайнов, откуда брать вдохновение. На прошлом эфире я вам рассказывала, откуда я беру идеи, варианты элементарные каких-то компоновок, самых простых, которые вот 100% всегда заходят клиентам. И уже говорила вам о том, что обязательно делайте дизайны свои, представляйте клиентам дизайны. Многие мастера писали, что где взять таких клиентов на такие дизайны? Ну где же взять таких клиентов? Клиенты будут делать дизайны, если а, дизайн будет у вас всегда на руках, б, у вас на столе будут лежать всегда новые варианты дизайна, не так, что вот вы положили планшетку в начале года, и до конца года одна и та же планшетка лежит. Нет, то есть у вас должно быть обновление хотя бы раз в месяц дизайнов, хотя бы раз в месяц должно быть обновление. То есть вышли какие-то там новиночки, или появились у вас какие-то декорации, вы раз, сделали новые дизайны. Через месяц еще, то есть обновляйте, чтобы у клиента был выбор. Если у клиента не будет выбора, он не будет делать дизайн. Плюс, конечно же, новинки должны быть. Вот это, знаете, пресловутое: а у тебя есть еще что-то новенькое? Каждый раз, да, она приходит через месяц. А у тебя есть еще что-то новенькое? А что у тебя новенькое? А новинок нет никаких? Такая, блядь, сколько можно? Где я тебе каждый месяц наберу новинок? Можно из старого делать какие-то новые вариации дизайнов. Правильно? Можно же? Можно. То есть вы же денежку зарабатываете. Клиент же вам денежку приносит. Ну так радуйте его, придумывайте что-то. А когда я буду придумывать, у меня там ночью? Ночью. Выходные, да? И тогда все клиенты будут ходить с дизайном. Стоп, вот тогда напишите мне: Аня, я сделала все равно не делают. Ну, тогда уже будем разбираться. Но это при том условии, что вы хотите делать дизайн, и вам нравится их делать, вы хотите, чтобы ваши клиенты, вы хотите их продавать, эти дизайны. А если вам кайф работать в однотонке, и вы, ну, не хочу я делать дизайн, и у вас будут все клиенты на однотонку, это абсолютно нормально. Вот, сегодня я решила сделать два варианта дизайна, вспомнить, что у нас есть импаста, и что не нужно уметь рисовать, чтобы импасты добавить какие-то прикольные элементы декора в дизайн, и что вообще импаста, кстати, заметили, да, что я дома провожу второй эфир, я сейчас проведу эфир и поеду в офис, у меня там съемка для мастера-бровиста урока. Кстати, девочки, Питер, мне очень нужны модели на окрашивание ярких бровей. Если вдруг у кого-то есть там друзья друзей, девчонки креативные, молодые, для окрашивания, у меня новый урок, пишите мне в директ. Мне очень нужны модели. Я вот нашла несколько, но мне нужно много. Вот. Я провожу дома эфир. Я взяла с собой только осеннюю коллекцию, ну, то есть это 8 оттенков и белый и черный цвет. Все. Я думала, что я сегодня поеду в офис, и там неоны добавлю, какие-то другие цвета. Ну, в общем, немножко не сложилось, я не поехала и напрягала сегодня все утро свою фантазию. Ну, то есть из 8 цветов я уже третий эфир веду. Ну, это полезно, да, вот когда то есть только 8, и нужно делать разные варианты дизайна. Купила осеннюю коллекцию, продавая осеннюю коллекцию. Вот, есть импаста, и можно с импастой делать очень клевые дизайны и добавлять чуть где-то там полосочку, где-то там какую-то штучку, и будет уже прикольно. А, блин, надела перчатки, хотела же вам показать свой дизайн. Если кто-то не видел, после прошлого эфира я переделала себе дизайн.
Я буду после каждого, наверное, переделывать. Сейчас. Я вам быстренько... У меня тут... Вот. Сейчас покажу вам свой дизайн. Я вот такой сделала. Я добавила сюда вот такие вот штучки. Фусечки. Можно маленькие пайеточки. У меня круглые. Я не знаю, где их взяла. Они у меня... Мне кажется, вот сколько я себя помню, столько они у меня есть. Постоянно какие-то штуки такие валяются. Вот. И я сделала просто на базу... Это у меня Milk. Milk. Он уже срос, видите, и получился такой как легкий переход. Здесь я добавила прозрачную базу, и получился как будто переходик. И вот эти декорации, которые как тату, смотрятся с цветами. Смотрите, как прикольно. Вообще, мне прям так понравилось. Вот, я думаю, что я с таким дизайном буду еще ходить. Всем привет, мои резиденты подключились. Всем привет. За 2 дня... отправила на море 2 клиенток с дизайном, придуманным на ходу. Им понравилось. Красотка, молодец. Прям вообще. Вот. Первый дизайн мы сделаем такой простой-простой совсем. Ну, хотя они оба простые. Я сложных вам не показываю. Сложные дизайны — это Vemi Pro Club. Катя там ваяет постоянно какие-то изыски. Вот. Наша задача, моя задача точнее, я про скорость, я про то, чтобы... Кружка стоит, это там вода у меня для размачивания слайдеров. Я про скорость, я за то, чтобы все было максимально быстро, просто и не тратя времени. Вот в дайджесте я каждый раз на эфире говорю, ну, знаете, я потратила очень много энергии, много творческих своих сил для того, чтобы сделать для вас дайджест. И если у вас нет дайджеста, вы обязательно приобретите себе его в работу, потому что это вспомогательная штука для того, чтобы вы не тратили время на придумывание. Здесь все абсолютно дизайны, которые можно уместить даже вот на модели. Дизайны, они все очень простые. Те, которые можно уместить в рабочее время. Ну, то есть рабочее время — это 1,5 часа, там 1:40. Понимаете, придумывать долго. Вот придумывать долго, вот ты сидишь, вот я, ну, компонуешь их, придумываешь, как будет, какие сочетания цветов. Там, а вот смотри, прикольно Луи Виттон сюда, хотя идея такая современная, и раз такое вот что-то такое, сочетание необычное. А когда ты видишь, но готовый дизайн, тебе очень быстро, ну, то есть ты раз посмотрела и сделала. Вот я сидела долго, придумывала для того, чтобы вам сократить работу. И здесь каждому почти дизайну идут еще альтернативные какие-то варианты компоновок. Ну, круто же. Если нет источника, откуда брать готовую идею, вы сидите, начинаете придумывать, компоновать, на это тратите время. Приложили там шармикон, показывайте клиентке, а вам нравится? Ну, не знаю. Ну, давай еще попробуем. Это же все время, когда есть готовые варианты. Да, у вас должно быть наличие новых декораций, новых цветов, все. Наличие, чтобы пользоваться дайджестом. Плюс я здесь не добавляю никаких цветов, которые вывели, которых нет. Здесь в основном, смотрите, очень много в этот раз дизайнов на молочке. На молочке и на прозрачных ногтях. Вот здесь я вообще сделала этот тренд сейчас, когда ложе белое, то есть белое молочко, здесь акригель белый и прозрачный кончик. Просто на прозрачку, на без цвета приклеенной декорации. Здесь то же самое, здесь файбербаза. Ну, то есть сейчас это тренд, и это очень экономит нам время. Ну, то есть я здесь не добавляла никаких цветов. Все в основном из новой коллекции, с новыми декорациями. Если вдруг у вас, вы понимаете, что у вас чего-то нет, сделайте свои варианты с замененным цветом, чтобы, допустим, предложить клиенту альтернативу. Ну, и, естественно, мы никуда не ушли от, брендового маникюра. Чуть-чуть я его в этот раз переделала. Ну, то есть мне нравится все, что очень быстро и в то же время прикольно. Варианты с фольгой тоже. Это сейчас
Это делается, господи, это тяп-ляп. Здесь нет никаких выведенных линий, нет никаких прорисовок. Короче, чтобы клиенты делали дизайны, должен быть дайджест, должна быть планшетка. Так, и сегодня сделаем простой-простой вариант сочетания цвета. Мне очень нравится здесь розовый оттенок. Он и как самостоятельный цвет очень крутой, это 340-й. Что-то мне кажется, что у меня грязная камера. One moment. Постоянно мутота какая-то. 340-й оттенок, он сам по себе очень красивый, розовый такой, фуксия. Вот прям очень-очень красивая фуксия. Чуть-чуть камера не передает оттенок. То есть вот он живую такой, более сиреневым, наверное, оттенком, а на камере он как будто чисто розовый. Чуть-чуть все-таки искажает цвет, когда уже наш iPhone высокоуважаемый сделает камеру, не надо нам наворотов сделайте, чтобы нам гель-лаки цвета передавал, пожалуйста, спасибо. Розовое, сочетание розового и черного. Это такое готы, да, сочетание готическое. Мне оно очень сильно нравится. Сюда же к этим двум гель-лакам очень круто смотрится, который с шиммером, 342-й. Я вообще люблю сочетания, которые такие экстравагантные. Но вот этот цвет, который в коллекции, и белый, я вам в прошлый раз говорила, но, может, кого-то нет, не было. 342 и 346 – это те оттенки, которые здесь вот, их можно добавлять в любые цвета. То есть вот этот цвет можно добавить к любому из оттенков коллекции. И белый, он не белый, он такой бело, даже я не сказала бы, что он голубой. Он, вот многие все говорят, что он бело-голубой. Нет, он не голубой, он бело грязно-сиреневый, что ли. Ну, в общем, он больше белый. И если издалека, то он кажется, как будто белый цвет. Вот. Его можно добавлять к любому цвету. И вот этот можно добавлять. То есть коллекция, она вроде бы вся такая разноплановая. Здесь все цвета очень разные. Ну, и казалось бы, да, такие несочетаемые. Но на самом деле они многие между собой сочетаются. Вот эти, они вообще вот два. Их добавь к любому цвету. К любому. Вот вы даже сейчас посмотрите. И это крутое сочетание уже. Даже можно их два добавлять. Вот. И к этой парочке можно добавить с блестками. Будет, получится крутое сочетание цветов. К ним же декорации. Ну, в общем, сейчас мы это сочетание с вами и посмотрим. Ну, и другой дизайн. То практически то, что у меня на руках. Мне понравилось, меня вдохновила, можно сказать, эта идея, сочетание цветов, вот этих осенних, легких. Они так классно смотрятся и просто на белом цвете, и на прозрачном, и на каком-то оттенке. Сочетание их и каких-то вот таких декораций, когда они в сочетании, они смотрятся очень прикольно. И к этому дизайну мы возьмем вот этот, кстати, самый нейтральный оттенок из этой коллекции. Тоже будет прикольный. И черный. Там будет тоже. Там будет белый, черный и вот эти декорации. Такой. Я всегда делаю дизайн на любителя. Конечно же, для каких-то консервативных дам не подойдет. Ну, для консервативных дам, я думаю, что вы и сами придумаете. Так, здесь у нас будет сочетание черный, розовый и 342 с шиммером. Черный. 0,30 оттенок. Не буду делать 5, как в прошлый раз. Это долго, на это трачу время. А по факту нужно сочетание всего 3 ногтей. А там вы уже сами связку додумаете. Покрываем полностью черный. Он у нас и будет черный. Помните, я говорила, да, о том, что если мы делаем какие-то дизайны, ну, связку, то нужно определиться, какие будут основные пальцы, делать сначала их, а потом уже к ним придумывать дополнение. И если у вас перегружены несколько ногтей, то не оставляйте пустыми остальные. На них тоже что-то добавляйте, иначе будет смотреться негармонично. Так, 340-й. Вот его прям люблю, не могу. Сегодня хотела поискать плотный. Посмотрите, какой он плотный. Ну просто, он же вообще просто вкусняшка. Его, в принципе, вот мне, на мой взгляд, именно этот оттенок
Ну, и еще 341 можно реально покрывать в один слой. Но я уже говорила вам в прошлый раз, что я не любитель покрытия. Блин, вообще цвет не такой на камере, прикиньте. Вот прям обидно. Прям обидно, капец. Я не любитель покрытия в один слой, потому что подскакивает от торцов, подскакивает от кутикул. То есть это, ну, не особо профессионально. Я люблю все-таки, когда... В два. В два тонких, с подведением под кутикулу, с прокрытием торцов. У меня была, кстати, одна клиентка, когда я в салоне работала, благодаря которой я привыкла, приучила себя. Как мы, да, покрываем торцы, я сейчас на типсе покажу. Мы кисточку подводим и ее вот прокручиваем так, чтобы торец прокрыть. И с другой стороны то же самое, но здесь, соответственно, тоже очень аккуратно, чтобы не залилось, и там вот изнутри какашек этих не было. Вот, у меня была одна клиентка, которая после покрытия каждого слоя сидела, просматривала все торцы вот от вростов по периметру, и если там где-то маленькая точечка была не прокрыта, она мне говорила, вот здесь не прокрыто. И я прокрывала ей, кажется. И я настолько, она ходила, причем она ходила часто, она бывала ходила на... среднюю коррекцию, ну, то есть там две недели у нее чуть отрос цвет, она ей уже не нравится, она говорит, там, перекроем. И я настолько привыкла благодаря ей прокрывать торцы, что я потом всем так делала. И я настолько была ей благодарна за ее задротость, как это еще можно сказать, педантичность. Это как у меня тоже была одна клиентка, которая делала каждый месяц выкладной френч. Каждый месяц, не короткая, ну, не длинная длина, я уже рассказывала 100 раз про эту историю. Каждый месяц вот, в течение 2 лет выкладной френч. И благодаря ей я так отточила выкладной френч, что я ей делала его за 1:40. Вот просто за 1:40. Сначала я делала ей 3 часа его. Через какое-то время я его делала, 1:40. Вот, и 342. Не бойтесь сочетать цвета, не бойтесь добавлять какие-то нестандартные оттенки. Ну, допустим, вот казалось бы, розовый, черный, и тут на тебе блестки. Но они втроем смотрятся очень прикольно. Это, знаете, раньше вот как... Боже, я его так люблю. Я его так... Ну, он красивый, правда. Я себе хотела им сначала полностью покрыть, а потом подумала, что все-таки я не вывезу покрытие делать себе на правой руке, левой. Вы, наверное, заметили, что когда я делаю себе маникюр, у меня нет покрытия под кутикулу. У меня всегда либо прозрачный, либо молочко. Ну, что-то, короче... Потому что себе покрывать на правой руке, вот давайте сейчас все согласимся, что это хреновая, мать его, затея. Все, покрыли мы 3, мы к этим потом, наверное, перейдем, чтобы не путать. На том варианте, где у нас розовый оттенок, мы сделаем с вами надписи черные. Я сначала хотела Микки Маусов, но это слишком блестки, Микки Маусы. Короче, какая-то такая история неприкольная. Мне очень нравятся вот эти надписи мелкие, как смотрятся они на розовом. Можно было бы добавить вот такой, но забьется розовый, будет много черного. Ну, то есть тогда нужно будет еще покрытие одного ногтя розовым. А так, если он, в принципе, один розовый только, нужно добавить какие-то декорации, чтобы они его сильно не перекрывали. Так. Выставляем наши... А, подождите. Там еще один слой. В принципе, сочетание розового и черного это уже good. Так, стоп. Блин, ну он просто... Ну, это же просто охренеть. Ну, охренеть? Я в шоке. В шоках. Мне очень нравится этот цвет. Очень. Прям максимально. Блестит просто. Так, здесь у меня нет никакого освещения такого, да, каких-то софитов. Просто обычная лампа. Если будут софиты, это будет вообще экстаз полный. Так, сейчас быстренько, пока слышится, почитаю, что вы там пишете. Привет, сколько стоит сделать ногти? У кого? Угу. Серо-сиреневый скорее, а не белый. Вот, правильно ты сказала. Заблокировать Рустамчиком. Так,
Екатерина, создайте молочный топ. Я ей передам. Здравствуйте. 340 литров бомба. Белого не увидела. Приветствую. Здравствуйте, мои резиденты. Есть цвета молочные, прозрачно-белые. Есть, конечно, это 249, 250, 251, 252, 4. Ну, в общем, есть молочные, конечно. Так, когда будет эфир с новыми базами? Пока нет информации. Кстати, онлайн-выставка же будет с 26 октября. Всем напоминаю, я полечу в Ростов. Меня попросили, пригласили, приказали. В общем, полечу в Ростов. Будет у меня мастер-класс по верхним формам. Всех увижу, на самом деле соскучилась. Смотрите, как красиво они смотрятся втроем. Ну, что, некрасиво, что ли? Просто вообще кайф. Меня пригласили, попросили, приказали, полечу. Хочу уже всех увидеть. И так еще складывается у Вани каникулы. Короче, мы летим на неделю в Ростов. Всех увидим. Так, и на этом ногте у нас будет дизайн. Естественно, он будет черный. Вот смотрите, еще такой вот запретный прием. Не прием, точнее, а запретное сочетание. Это когда у вас идет черный, запомните это, яркий какой-то цвет. Не дай бог еще третий, вот как у меня, это такое уже все сочетание на грани, вот, вот все. И вы добавите белый туда. Ну, допустим, наклейку, шармикон с чем-то белым. Все, это писец. Ну, это все, это безвкусно уже, это уже колхоз пошел. Смотрите. И вот сюда. Ну, то есть все, это уже, то есть здесь черный можно, белый лучше уже не добавлять. Какой у тебя телефон марка? У меня тоже камера цвета меняет. У меня iPhone, причем последний. Ну, как бы, ну, не, нет, не последний. Уже 13-й вышел. У меня 12 Pro Max. И по идее, вы знаете, не меняет цвета на солнце, вот на освещении дневном. И это нормально. Я это понимаю, но меня все равно бесит. Хочется, чтобы и под лампой освещения цвета тоже были. Вот, ну, он розовый здесь. А на самом деле он не розовый, он фуксия. А если я сейчас на солнце, например, на улицу выйду, то он будет такой, как он есть. Поэтому, ну, вот как-то так. Видите, у меня этот nail dress, он отрезан поперек. Мне нравится очень. Это как вам тоже, как идея. Я думаю, что многие догадались. Ну, может, кто-то не догадался. Я такие слайдеры режу, вот так еще бывает. Ой, я заполимеризовала кисточку. Едить, колотить. Ну, нормально. Молодец, Ань. Короче, режу вот так на слова и клею, как слова их отдельно. Допустим, нет у вас слов, закончились шармиконы. Можно прям отдельно вот так слова вырезать. Можно вот так, смотрите, чао, хей. Здесь, кстати, все слова на всех, если кто не понял, в этом нейлдрессе привет или там здравствуйте на разных языках написано. Ну, прикольно же. Ба? Заметили? Вот теперь видно, да? Хумбау, чао, хеллоу, хай, там всякое-всякое-всякое. И вот здесь тоже вот, ну, большое слово красивое. Его можно вырезать и отдельно приклеить как-то. Ну, почему нет? И вот здесь маленький. Можно полосками вырезать. И прям полосками приклеить. Ну, включайте фантазию. Можно играться как хотите. И я вот, кстати, вот здесь и резала на полоски. Вот сейчас это и сделаем. Не совсем так. Я сделаю вот так. Пополам. Раз. Сразу оба размачиваю водички. Напоминаю, что размачивать nail dress лучше в горячей воде. Они так легче отстают. И самое главное преимущество. Они распределяются хорошо. Они не меньше дают складок. Ну, то есть, когда теплая пленка, она хорошо вот раз легла, растянулась и все. Когда в холодное, это колом чуть торчит и пузырится, складки появляются. То есть лучше горячий. Так. Смотрела, кстати, сегодня... Ой, что-то так темно. Смотрела сегодня, открыла... Кого я? Гламур. Он у меня лежал еще закрытый.
сегодня его открыла и смотрела сочетания, какие вообще сейчас в тренде. Ну вот, все так и есть. Сочетаем несочетаемое. И вообще, ну я думаю, что это уже давно все знают, эту историю, что, например, ногти не делаются под ногти на ногах, под какую-то одежду, под сумки, не красить. А, обувь, кстати, вот я еще такое вижу, встречается. Ну, как бы кому-то пофигу, мне, например, не пофиг на эти моменты. Мне хочется быть в тренде, мне хочется, чтобы... Ну, как бы не было колхозного лука. Не покупается сумка под обувь цвета одного. Считается, что это прям уже вообще чуть ли не зашквар. Вот. Не делаются ногти ни под что, ни под цвет, там, не знаю, одежды. Ну, то есть, наоборот, и прикольно, если, допустим, ногти у вас какие-то яркие, куча на них оттенков, а вы там одеты в бежевое или в черное полностью. Ну, то есть это считается уже прикольно. Но это то, что я вот заметила, просмотря все модные журналы, какие сейчас есть. Есть такая тенденция. Приклеили nail dress. Брали пленку. Помним, что счищаем пленку с торцов максимально до конца, чтобы не оставалось нигде, иначе nail dress, слайдер, называйте как хотите, облезет, ну, начнется трение по торцам, начнет задираться nail dress и начнет слазить. Это неприятная ситуация. После таких моментов клиенты могут сказать: слушай, нахер нужны твои эти слайдеры? Давай это, нарисуй вручную. Вот это вот вообще косяк. У меня, когда появились nail dress'ы только, у меня была клиентка, она всегда рисовала, пылюкой задела, она всегда рисовала на всех 10 ногтях, мы рисовали одинаковый дизайн. И когда появились nail dress, я ей начала так говорить: а давайте, вот смотрите, можно 5, и причем он должен был одинаковый, идентичный, на 10 ногтях. Я говорю: а давайте, вот у нас есть nail dress, и можно быстренько ляп-ляп-ляп. Она: нет, мне, пожалуйста, ручная работа, это видно, что приклеено. Короче, я ее уламывала-уламывала, так она и не согласилась. Я ей каждый раз вот всем уже делала там быстро эти дизайны, а ей покрываем слайдер еще слой, но я не буду сейчас этого делать на типсах, на клиенте мы помним. И наносим матовый топ, Вельвет топ гель. Я вообще обожаю наш топ матовый. Просто обожаю. Почему? Потому что он безумно красивый, имеет матовый эффект. При этом он вытирается. То есть топы матовые. Я вот, ну, наверное, все уже мастера, ну, которые сейчас присутствуют на эфире, я думаю, что все уже знают о том, что матовые топы пачкаются все. Но они делятся на те, которые пачкаются и не вытираются, то есть их нельзя очистить, а и на те, которые можно очистить. Вот наш топ, он пачкается, но он вытирается. То есть если клиент ходит с матовыми ногтями, я вот клиент, который не умеет ходить с матовыми ногтями, они у меня запачкались, я их не буду вытирать, буду ждать, пока они еще запачкаются 3 раза, и потом уже не ототрутся. А есть клиенты, вот как Катя Мирошниченко, она умеет носить матовые ногти, она их вытирает, и достаточно, вот если вы запачкали, сразу протереть тоником, то есть там, лосьоном для лица, и они прекрасно очищаются и будут идеально белые. Но не тогда, когда вот вы выпачкали и через 2 дня кинулись, а тут же сразу. Ну, это, вот, знаете, или ответственный клиент, или неответственный. Я неответственный. Так, пока у нас просушится, я тут ля-ля справляю, покрываем остальные 2. Кстати, вот этот цвет, он, я бы его, конечно, оставила и таким, но он и под матовым тоже прикольный. Здесь на усмотрение. Я на прошлом эфире я делала его, оставляла глянцевым. Он, конечно, безумно красивый. Под матовым он тоже смотрится прикольно. Поэтому не на любителя. Вот, все, здесь у нас просох матовый. Обожаю этот розовый, ну, конфетка просто же. И
добавим сюда небольшой узором пасты. Просто чап-ляп называется. Главное сейчас кисточку найти, но другую. Ой, молодец, Аня, молодец. Так, у меня есть еще две. О, и одна вроде бы не сполимеризована. А это мои вообще кисточки летят у меня. Черная смола. Для кого-то она может быть густой. Ну, смотря для каких узоров. У меня вот здесь на крышечке она уже разведена стеклосом чуть-чуть. Ну, мало. Можно еще немного добавить. Так. Ну, в принципе, мне кажется, тут достаточно. Я для каких-то узоров поверх топа развожу стеклосом ее. Главное сильно не разводить, чтобы она жидкая не была. Но чуть-чуть. Ну, давай, капай. Чуть-чуть можно. Она становится такая более покладистая, податливая и удобнее делать какие-то небрежные линии, когда нужно, чтобы там, например, вот сейчас покажу, поставить, да, и когда нужно, чтобы это потянулось, сопелька это. Вот, да, вот для каких-то таких моментов, вот когда нужно, чтобы кисточка прям вот не касалась поверхности, для таких узоров лучше разводить им пасту любую, теклосом. Но смотрите, только не очень сильно. Вот, но он тоже прикольный, матовый. Такой вот, как, не знаю, как пайеточки, что ли, мелкие он становится. Вот, мне уже нравится. Ну, у нас есть, по-моему, в дайджесте. Я не помню, было ли у модели такое сочетание. Мне кажется, было для фотосессии. Вот, и здесь можно добавить узор. Почему мне нравится импасты? Потому что сразу матовое сочетание и глянцевое. Вот те, кто проходил, например, азбуку линий, те 100% знают, как делаются эти элементы. Такое, знаете, наобум. Они там называются, по-моему, дырочки. Или как-то так. Самое-самое... Вообще базовый самый дизайн. Мне кажется, это один из первых дизайнов Катиных. Я помню, когда я училась рисовать ее дизайны по книжкам. И вот кажется, вот все понятно в книжке. Все точно понятно поэтапно, как рисовать. А все равно не получалось. Но я его так и не прошла, этот курс. Я уже когда приехала работать в бьюти-комплекс, меня там девчонки в салоне уже научили рисовать мне дырки. Ну как научили? Я же, ну, такая всегда была хитренькая. Я записалась кому-то на маникюр из VIP-мастеров и заказала эти дырочки. Вот. И они меня нарисовали, я посмотрела последовательность, думаю, тю. Все понятно теперь. Такой небольшой элемент импасты, но смотрится прикольно. Не забывайте о том, что импаста есть, и даже маленький какой-то элементик, он уже усложняет дизайн, и смотрится очень-очень интересно. Так, сушим. Все, мы здесь ничего не будем больше добавлять. И следующий лот. Вот. Вот даже если у вас нет декораций этих, у вас есть импаста, вы можете сделать дизайн и без подложки, ну то есть без слайдера. Отодвинем их в сторону. Здесь у меня острые ногти. Я что-то прикалываюсь в последнее время по острым. Нравится мне. Итак, я за основу беру 346. Так, раздвигаем. Так, ладно, хватит. Будем считать, что ты просох. Втыкаем его в серединку. Вот так. Оп. Оп. Вот готовый
вариант сочетания дизайна. Мне нравится. Так. Хотя я сама люблю вот на себе, вот так, как у меня, чтобы на всех было. И, короче, вот в таком сочетании, когда на всех какие-то тонкие элементы, но их много, чтобы сидеть их и рассматривать. Так, наносим 346-й. Пока наносим, ловим дзен, потому что цвет бомбический. Обворожительный, вкуснейший, шикардосный. В общем, все... Блин, ну он охеренный. Что там сказать? Просто покрытие, это все, это отвал всего. Так, что я хотела здесь сделать? Так, у меня там будет... Черный, здесь этот. Так. Декорации у меня будут следующие. Эти. И вот, кстати, сочетание хочу вам показать белого этого 346-го и 344-й. Коричневый оттенок. Очень-очень красивый коричневый, такой прям шоколад молочный. Вот точно, молочный шоколад. Он как самостоятельный цвет, конечно же, безумнейший просто. Так, что-то, мне кажется, у меня лампа стоит в странном месте. Сейчас, девочки, one sec. Темно. Интересно, как еще будет? Ну-ка, проверим-ка. Блин, ну, конечно. Ну, конечно, лучше, Ань, ну... Насмешила, слушайте, позорница. Лампу поставила вообще не с той стороны. И сидит. Чего-то темно. Ужас какой. Так. Нанесли второй слой вкусняшки. Ну, здесь то же самое повторяем. То есть у нас два будут... 346-й и один коричневый. Если мы будем на клиенте делать, то это может быть три вот эти 346-й, большой мизинец коричневый. На другой руке вот эти три могут быть. 346-й, безымянный мизинец коричневый. Будет прикольно. Тоже не повторяйтесь на, допустим, на одной руке так, а на другой тоже так. Меняйте. Ну, то есть какие-то правила вводите свои. Может, что-то даже свое придумаете. Главное не повторяться. Ну, то есть, и я уже в прошлый раз тоже говорила, но это так важно. Главное не зацикливаться на одном сочетании. Вот я делаю два пальца дизайн и буду всем так хреначить. Предлагайте новое, сидите, выдумывайте что-то новое. Что когда вы придумываете, просто садитесь, начинаете придумывать, всегда рождается что-то новенькое. Так, здесь у нас будут, я хотела здесь добавить черного цвета, его можно добавить на этом этапе, можно добавить потом, я добавлю потом, чтобы, ну, как бы, заиграет тогда дизайн. Наносим слайдер топ, я тоже добавлю здесь, импаста будет черная. Всегда старайтесь наносить слайдер топ очень тонко, вот прям втирающими движениями, полусухой кистью. Не лейте. Чем больше слоев, тем более жирных, толстых, тем больше будет утолщаться архитектура. Наносим второй слой. Ну, как бы наша задача максимально сделать так, чтобы не утолщить архитектуру дизайном. И вот как я, например, делала с клиентами, если я знала, что клиенту буду делать многослойный дизайн, то есть это два покрытия, два цвета, кстати, два слоя цвета, потом слайдер топ,
потом слайдер сам, потом еще слайдер топ, потом, допустим, еще теклас, если там шармикон где-то у кутикулы или на торце, теклас еще перекрою и финиш. Вы посчитали, да? 6 слоев получается после цвета. Это неимоверно большое количество наслоений. От этого ноготь утолщается. Поэтому, если вы знаете, что будет клиент делать многослойный дизайн какой-то, делайте ногти чуть потоньше, чем просто под покрытие. Вот это совет. Я лично я делала всегда только так. Все, здесь у нас слайдер просох. И смотрите, какого цвета, вот прикольно, мне нравится всегда это наблюдать. У меня коричневый, он подходит вот к таким оттенкам. Ну, так давайте сюда сделаем такие. Ну и добавим чуть зелененького. Вот. То есть я не возьму какой-то там красный цветок, а вот именно тот, который подходит к цвету моего покрытия. Ножницы у меня наванены, потому что мои где-то уже канули. Так, вот этот красивый подходит хорошо сюда. Так, мне нравится вот этот еще классный. Он хоть и не коричневый, но он такой вот желто-коричневый. Но, в общем, по тону он сюда подходит. И зеленушечку. Вот этот мне нравится, тонюсенький, красивенький. Так, раз. Вот этот мне нравится. То есть это у нас вот третье сочетание, такое чисто осеннее. Вот есть же клиенты по-любому, которые приходят и говорят, ой, хочу осенний дизайн. Вот у меня ржака была. У меня на каждое, наверное, слово будет история с клиентами. Ну, опыт все-таки немалый. Короче, это была осень. Приходит ко мне клиентка постоянно. Она была очень прикольная, интересная дама такая, интересная. Ее очень все любили в салоне. Вот, она была прикольная. Ну, поржать это просто вообще. Ну, прикольно. Она такая очень своеобразная. Ну, короче, интересная. Вот, она приходит как-то однажды. Она все время приходила со своими какими-то идеями. То есть, я не рисовала ей никогда то, что я хочу. Я ей рисовала всегда, знаете как, вот здесь, она мне говорила, там, сердечко, вот здесь солнышко, вот здесь листочек. Ну, прям показывала мне пальцем, где рисовать. Я к этому привыкла и как бы, ну, окей, окей. Короче, приходит она, осень была, она такая оделась во все такое рыже-коричневое, ну прям осень у человека. Что-то какой-то вязаный свитер плетеный, там какая-то шляпа у нее. Ну, в общем, она еще рыжая была. Вот. В общем, такая красно-рыжая. И она приходит такая, и смотрю, у нее на лице, ну, такая загадка. И она так на меня смотрит, улыбается и молчит. Я сижу. Думаю, блядь, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Я говорю, здрасте. Да. Привет. Я говорю, а я поняла уже. Думаю, ну все, там, блядь, какая-то очередная гениальная идея созрела. Она такая. Так вздыхает. И прям видно по ней, что ее прет аж. И так хочется мне сказать, какая у нее идея. Я говорю, ну говорите уже, говорите, не стесняйтесь. Ой, Ань. Ты ни за что не угадаешь, что мы сегодня будем рисовать. Я говорю, да, конечно, страшно даже представить. Я говорю, ну что она? Желуди. Такая, ну все, хана. Причем там, ну как бы желуди, если, то там желуди. В общем, там понеслось. Падающий лист с дерева, чтобы он был закручен именно в, так, в эту сторону. На другом пальце падает лист, который развернут полностью. И там желуди где-то были. Ну, в общем, интересное задание было. Короче, благодаря таким клиентам я сначала злилась, а потом, когда уже повзрослела, поумнела, я поняла, что такие клиенты, они очень сильно нас развивают, как мастеров. Ну, то есть после таких клиентов, когда ты научишься с такими клиентами коммуницировать
и они будут уходить довольны. То есть она вообще, когда я ушла из салона, мне кажется, что она больше всех звонила администраторам, больше всех говорила, запишите меня к Ане, хотя я говорю, ну, она не работает, она настойчиво говорила, запишите меня к Ане. Когда ты учишься коммуницировать с такими клиентами, ты очень растешь как мастер. Блин, что-то я подиспортила, по-моему, на удрес. Не, нормально. Я как-то рассказывала в ТикТоке, как у меня тоже была одна клиентка, которая, она занималась фэншуем, и ей нужно было располагать надписи строго по фэншуй, там какие-то, ну, в общем, там все было очень серьезно. И когда мы ей рисовали надписи, потом их закрашивали красным, чтобы их никто не видел, а они были, тоже прикольная история. Короче, об этом можно говорить много. Так. Видите, я сначала коричневый добавляю декорации. Ну, то есть они сочетаются с цветом коричневым. Вот придет клиент, говорит, хочу осень на ногтях. Вы такие, да, не вопрос. Будет осень. Ну, то есть удовлетворять потребности клиента, это, наверное, самая главная задача мастера. И я была, знаете, таким мастером, который никогда не отказывал клиенту. Никогда. Я ни разу не сказала, что я этого делать не умею. Вы представьте, что вообще, ну, мне приходилось делать. И у меня было такое, что она приходит, говорит, хочу вот что-то там, не помню уже. А я, ну, никогда этого не делала. Я бегу, выхожу в коридор, звоню, тогда Раечке, по-моему, преподавателю своему. Что-то с моделированием было связано. Сушим. После того, как слайдеры приклеили, обязательно сушим. Звоню и спрашиваю, говорю, как это делается? Она быстро мне говорит, что как делается. Я с каменным лицом возвращаюсь и делаю. Потом, как бы, когда сталкивалась с такой ситуацией, потом... После того, как клиент ушел, начинала, понимала, что мне нужно, допустим, это отработать. А как это так, я это делать не умею. То же самое было с акриловой лепкой. Я работала в Сальске, ко мне пришла девочка. Говорит, я хочу на свадьбу акриловую лепку. А я, ну, ни сном, ни духом вообще. Я говорю, да не вопрос. Сделаем. Что такое? Я говорю, сделаем, будет лепка. Сушим. Я шла, покупала акриловую пудру, сидела две ночи сама там что-то лепила. Ну, поняла главное, как лепить, что с чем там смешивать. Тогда не было таких источников, как сейчас, что можно посмотреть мастер-класс и научиться всему вообще в легкую. Посмотрела, как делается, что-то там полепила, она пришла, я ей сделала дизайн, она была безумно довольна, я, конечно же, безумно недовольна, и на следующий день я звоню и записываюсь в школу, ну, во имя, естественно, на акриловую лепку. Также у меня было с китайской росписью, пришла девочка, говорит, показывает мне картинку, говорит, хочу китайскую роспись. Я ни сном, ни духом в своем Сальске, что такое вообще китайская роспись. Сажусь опять-таки, что-то там рисую сама, и через неделю еду на китайскую роспись. Это вот, кстати, был мой первый курс. Все, мы слайдеры сделали. Обязательно покрываем слайдер топом. Следующий слой – это на клиенте, естественно. И на клиенте, вот смотрите, если у вас дальше будут шармиконы, допустим, то можно слайдер топ нанести, закрепить слайдеры, просушить одну минуту, обезжирить и приклеить
Шармикон. Если это будет слайдер сверху, опять-таки слой слайдера, то можно сделать, можно нанести слайдер также и на липкий слой приклеить слайдер. Ну, то есть в любом случае можно сделать так. Потому что если мы нанесем слайдер, и потом еще сверх для шармикона нам нужно нанести стеклас, опять-таки мы утолщим архитектуру. Так. Мне очень нравятся нейлдрессы вот эти. Они очень круто смотрятся в сочетании с именно с сухоцветами. Это у меня, кстати. Вот этот нейлдресс и сухоцветы. И в прошлый раз я, кто видел, кто не видел, сейчас покажу, тоже делала это сочетание. И мне очень-очень сильно нравится. Прям обалденное. Сейчас. Вот, здесь тоже сухоцветы. Ну, вы видели в прошлый раз. Здесь тоже сухоцветы. Вот эти пайеточки, которые у меня. Оранжевые я добавляла у меня здесь. Краска, по-моему, была. Да, тропикана. И вот эти нейлдрессы. Они очень классно смотрятся в сочетании с сухоцветами. Но можно и шармиконы. Это уже на ваше усмотрение. А можно и то, и то. Смотрите, и шармиконы будут классно здесь смотреться. Вот, можно и сердечки, можно и вот эту руку, можно и, ну, как-нибудь поэкспериментировать. Давайте, раз уж мы в прошлый раз были у нас нейлдрессы, то сейчас добавим шармикон. Смотрите, вы наносите слайдер топ, обезжириваете и приклеиваете шармиконы. Я нанесу теклос. Так как типсы, ничего страшного, чтобы мне уже лишний раз не делать манипуляции. Угу. Сушим. Теклос сушим 2 минуты. Помните, вот очень часто пишут, что не приклеиваются шармиконы или теклос как финиш не блестит. Как финиш вообще я рекомендую сушить любой топ 3 минуты. Будь то теклос, будь то ультрашайн, неважно. Чем дольше вы посушите топ, тем он будет дольше блестеть и меньше будет зацарапываться. А матовый, подавно. Матовый топ сушите обязательно 3 минуты. А, это вот это. У меня тоже такая клиентка. Сочетание огонь. За что люблю ваши эфиры. Спасибо, спасибо. Вот, и я не отказываю, сразу бегу. Да, правильно. Мне мастера отказывали, поэтому это пинок самой выучиться. Вот и я здесь. Теперь сама никому стараюсь не отказывать. Умничка. Эфир, конечно, сохраним. Безусловно. Безусловно. Так, просушилось у нас одну минуту, но вы помните, да, что вы сушите две. Если где-то слои топа легли неровно, перед финишем обязательно пилочкой счищаем все. Не оставляйте вот этих торцов косых, чтобы все было ровненько. Все, и дальше уже приклеиваем шармикон. Оп. Сердечку. Вот, не досушила. Минуту посушила, и он такой вот, как с липким слоем теклос. Имейте в виду. Не прикольная эта история. Так. Ну и здесь тоже. Мне очень нравится этот глаз. Я его периодически везде тулю. И думаю, что зря мы так мало сделали. Глаз. Это было больше. Вот, и мне нравится очень сочетание вот эти конструкторы дизайны, когда у нас нейлдресс и шармикон в сочетании. Что ты не фокусируешься? Это у меня черные, потому что перчатки. Покрываем матовым топом. Вельвет топ гель. Чтобы шармиконы хорошо держались, перед тем, как матовым, я не устану это повторять, берем вот так и закрываем
точечно сам Шармикон. Теклос. Топ-теклос или слайдер. В принципе, неважно. И то можно. Иначе топ-матовый, он пористый, начнет стираться и сотрется Шармикон. Так. Ну, покрываем пока этот. Помним, что матовый топ сушим 3 минуты. Коричневый матовый, смотрите, какой красивущий. Вообще очень красивый. Да, матовый. Мне вообще нравятся матовые ногти. Я бы вот всегда ходила с матовыми, но, к сожалению, носить я их не умею. Дизайн готов. И у меня была еще идея сделать черную окантовку. Ну, то есть... Можно, в принципе, оставить и так, но если бы я, например, делала все ногти вот такие, то я бы добавила черную такую тоненькую окантовочку, полосочку. Если бы не было коричневого, а были бы вот такие. Ну, в принципе, и так тоже прикольно. Ну, конечно же, я сделаю. Ну, куда ж без этого? Можно треугольником. Можно кругом. В дайджесте есть такие дизайны, такие варианты. Можно просто в виде френча. Вот, кстати, сейчас так делают. И девчонкам нравится, клиентам. Когда тоненький-тоненький френч. И внутри там дизайн или цвет какой-то. Можно вот так прорисовать. Но это уже на любителя. Можно делать, можно не делать. А мне вот нравится, я бы сделала. Но, опять-таки, на любителя. Можно делать и скошенным квадратом, но вот такие тоненькие линии все-таки линяркой будет проще. Ну да, еще имейте в виду, что если эмпаста рисуете по торцу, по финишу, ну, конечно же, она начнет подстираться со временем. Это тоже нужно учитывать. И
во-первых, не делать толстый слой. Чем толще слоем пасты, тем она быстрее будет стираться. И во-вторых, сушить хорошо. 3-4 минуты нужно сушить им пасту, если вы рисуете ей по финишу. Особенно, если по торцу рисуете. Это вообще отдельная история. Все, сушить даже не буду. Все, мы с вами закончили. Слушайте, у меня такое ощущение, как будто... как это называется, забыла. Ткань какая-то. Какая-то расписная ткань. Ну да, теперь этот коричневый кажется как ни к селу, ни к городу. Хотя, если будут еще два такого же оттенка, то будет прикольно. Поставим их вот сюда. Надо будет сфотографировать. Угу. Ну что, мы с вами закончили творить. Мне вот после прошлого эфира многие девчонки отмечали в сторис и такие классные варианты дизайнов делали. Я говорю, мне бы такое в голову не пришло. Кстати, с журналами. Вот я вам в прошлый раз говорила, что журналы это самое такое, самый распространенный источник для вдохновения. Открывайте журналы, вдохновляйтесь. Вот да, это, наверное, каждый так. Так, все. Мы уже затянули с вами эфир. Прощаюсь я с вами. Обязательно сохраним. Господи, что за ужасный фильтр. Обязательно сохраним. Сейчас выложу с обложечкой. Делайте свои крутые дизайны. Отмечайте обязательно меня в сторис. Я буду вас репостить. А эфир сохраняем. Сейчас в сторис выложу фоточки.